подготовим банки и крышки. Банки я хорошо помыла и теперь прямо мокрыми ставлю их в духовку. Переворачиваю их на решетку вверх дном. Включаю 100 градусов температуру и буду сушить их минут 7 до полного высыхания. Крышки заливаю кипятком. Вот так кладу туда и заливаю прямо с чайника крутым, только закипевшим кипятком. Теперь оставляю на 3-4 минуты, пусть немножко простерилизуется. Затем крышки буду выкладывать на бумажное полотенечко. Достаю, переворачиваю. И так оставляю их до полного высыхания, чтобы не осталось ни одной капельки воды.